добрый день. Сегодня хочу рассказать о детских печеньях. В Италии очень популярны несколько видов печенья. Это маленькие такие вот печенюшечки, которые можно растворить в бутылочке с молоком. Итальянцы очень часто смесь добавляют деткам печеньки такие для подслащения. Они вообще очень любят подслащать все, как-то вот такие вот вкусовые добавки давать детям, чтобы они ели. Хотя дети и так все едят. Вот. У меня для примера на данный момент две фирмы. Одна Мелин, довольно популярная, и вторая Монтефьоре. Есть еще третья, Лазмон называется, тоже очень-очень популярная, но она чуть-чуть дороже. Я могу рассказать только о том, что по вкусовым качествам. То есть, как бы, я пробую все, что даю своим деткам. Итальянцы же рассчитывают на название марки. То есть, если это Мелин, значит, если у нас тут смесь Мелин, то мы будем покупать и печенька Мелин, и баночки с фруктами, мяско Мелин. И потому что это марка, потому что это Италия, потому что мы будем только эту марку. В этом минус, очень большой минус многих итальянских семей, потому что, например, по вкусовым качествам Мелин самое ужасное печенье. Во-первых, оно крошится у ребенка в руках, если ему дать. Во-вторых, на вкус оно такое, что реально я его не могу есть. То есть я его пробую, и мне отвратительно. Вот. Оно продается вот таких вот маленьких упаковочках. Их много на целую коробочку. Монтефьор и Лазмон продаются в таких вот длинных коробочках. Их 4 штучки на одном упаковке. Дальше такой нюанс. Наши мамы могут обосрать любую из этих марок. Просто потому, что наши мамы не смотрят на марку. Наши мамы смотрят на вкусовые качества того, что они дают своим деткам. Это огромный плюс нашим мамам. Поэтому я не буду утверждать, что какой-то маме больше понравится Мелин, какой-то Плазмон, какой-то Монтефьор. Я не буду утверждать, что какое-то из них самое лучшее. Но я точно скажу, что Мелин я бы не покупала. Ни разу. Нам это дали для пробы как бы в Каритасе, поэтому я решила сделать небольшой обзор. Монтефьор более крепкая в руках. Более твёрденькая, тоже растворяется в бутылочке, как и все вот такие вот типы печенья. Вот. Очень вкусная, в меру сладкая, что тоже очень важно. Малышкам очень нравится, поэтому я довольна. Лазмон – это вообще уникальное печенье, я им полностью довольна. Оно самое вкусное из всех, но в меру сладкое, оно в меру твёрдое, оно... Не знаю, просто самое-самое вкусное из всех. Мои девчонки за ним просто трясутся, просто бегают и просят, мама, дай еще. Мелин, они так по кусочку откусят, потом не очень нравится. Это Монтефьор, ну еще едят, как бы едят, но без особого энтузиазма. А Плазмон, это сметается одна упаковка за раз. Просто одна упаковка вот такая вот за один раз. Ну, на данный момент это все, что я хотела рассказать про печенье. Другое детское печенье в Италии не существует. То есть все остальное рассчитано на взрослых и, ну, как бы, и больших детей. На вот таких малышей рассчитаны именно вот такие вот маленькие печенечки, которые можно растворить в детской бутылочке. Спасибо, что оставались с нами. Подписывайтесь на наш канал.